Мне нравятся уроки в компьютерном классе, потому что они помогают нам выразить себя и развить наш кругозор. Я считаю, что работа в компьютерах очень полезна тем, что мы приобретаем новые знания, которые не всегда можно найти в книжках, и гораздо больше, интереснее и познавательнее это происходит с помощью компьютера. Делая презентации, мы приобретаем навык работы в группе. Это расширяет нашу фантазию, это делает нашу работу интересной. Мне не нравятся уроки в компьютерном классе, так как это прежде всего вредно для здоровья, портится зрение, портится осанка. Также больше внимания фокусируется на программе компьютерной, а не на материале. Мне не очень нравятся уроки в компьютерных классах, потому что когда задают уроки на компьютерах, там в компьютерах нельзя найти, ну можно найти объяснение, но нельзя найти конкретно то, что от тебя хочет услышать учитель, или то, что тебе нужно конкретно. В интернете даются не самые точные показания по поводу предметов. Я одобряю использование ИКТ на уроках, потому что я считаю, что материал, иллюстрированный презентацией, картинками, схемами, лучше усваивается. Мне устраивает использование ИКТ в учебном процессе, так как ученики, выкладывая свои работы в интернет, дают возможность другим ученикам сравнить свои работы и проанализировать. Мне нравится урок в компьютерном классе, потому что есть шанс, что мою работу многие увидят.